И снова к поздравлениям. Самые добрые пожелания к 8 марта от мужчин Приднестровья. От себя лично, от нашего большого коллектива, оркестра главного штаба, поздравить всех женщин Приднестровья. Вы сила, опора, энергия и вдохновение для нас, мужчин. Сегодня женщина – это не только хранительница очага, но и достойные труженики всех отраслей экономики. IT, связь, СМИ, полиграфия. В каждой отрасли экономики есть женщины, и они работают качественно, на высоком уровне, исполняя свои обязанности. Хочу пожелать здоровья, счастья, чтобы были вторые половинки верные, как говорится, любили друг друга, и чтобы все было мир, взаимопонимание. Милые, хочу вам сказать, что без вас как-то вот скучно бы было жить на свете. Будете кого-то поздравлять? Да. Кого? Маму. Ну, бабушку. Одноклассницей. Бабушка, я тебя люблю. И сохранять ту искру и изюминку, которая заставляет нас, мужчин, становиться лучше и двигаться вперед. Будьте такими же красивыми, как первые подснежники, будьте такими сияющими, необычными, как полярное сияние. Мы не научились главное – это управлять погодой. А вот женщина научилась управлять погодой в своем доме, в своей семье. И от того, насколько вот это ей удается, отсюда и зависит наше счастье, наше состояние. Будьте надежными спутниками и верными хранителями семейного очага. Какие самые главные, важные слова сказали бы маме? В первую очередь я бы сказал, что я ее безумно люблю. И я всегда буду ее поддерживать в трудные минуты, как она меня поддерживала, когда я был маленький. В первую очередь терпение, потому что с нашими тяжелыми характерами. Мы за это их любим, очень-очень и уважаем. Вне зависимости от возраста, от цвета глаз и волос. Вообще мы их обожаем. Хороших долголетием обязательно. И чтобы их как много больше прислушивались к ним. Потому что мы иногда не понимаем их. Вы, наверное, с другой планеты. Любви. Чтобы их мужчины любили и, ну, как говорят, женского счастья. Я желаю тебе всего самого наилучшего. Я люблю тебя больше всех на свете, мама. Я желаю тебе крепкого, самого наикрепчайшего здоровья, чтобы все, каждый твой день проходил лучше всех. Каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение этой жизни мы любим вас.